пришло время дать хорошую руну, которая, в общем-то, станет переломной, перевернет ход событий. Руна гармонизации, можно сказать. Мудра, руна. Дело в том, что вот Джей – это крючок, это не наша руна. Это очень плохая руна Джокера, перевертыша, ловушек. Все гадости в этом мире. Соответственно, противоположностью этого является руна F. Руна силы, руна кона, с опорой на кона. Я уже давал простую, мудрую руну. И сейчас, наверное, пора сгармонизировать эти два символа, эти два, скажем так, уровня мышления, типажа, архетипа. Как всегда, сгармонизировались, почувствовали потоки, место вокруг. И чувствуем, попробуем понять, что я доношу, даже независимо от слов. Когда какая-то ситуация неправильная, ее условно можно показать вот так. Когда и J, и F неправильные. Соответственно, способ сгармонизировать это все через другую мудру, соединение противоположностей, сердечко. На самом деле, это очень нехорошая руна. Она означает соединение и борьбу противоположностей. Не единство, а именно борьбу. Так вот, через соединение противоположности, потому что J и F – это противоположности, можно сгармонизироваться вот так. Когда J переходит в F, по сути, это одно явление, и они идут по кругу, крутятся, вращаются день с ночью и так далее. Из хорошего в плохое. Ну, фрактальность. Как фрактальность, и каждая система на следующем уровне является противоположностью себя и наоборот. Можно гармонизировать еще иным способом. Не так. Вот так – это принятие ситуации в себя и работать через себя, внутри себя перевернуть события. Из негармоничной в гармоничную. Вот именно так я рекомендую работать через себя, потому что весь мир, по большому счету, отражение нас самих в какой-то степени. С некоторыми оговорками. Но чтобы работать с этим, нужно работать либо через себя, либо напрямую. Вот не рекомендую делать, как показывают иногда в фильмах и в фэншуй китайский, там, это гимнастика, цигун и так далее. Они иногда работают через внешний мир. Если ситуация не гармонична вот так, можно ее, конечно, разомкнуть и отправить во внешний мир. Но тогда будет ответ очень нехороший. Это не все готовы. И если не готов работать на квантовом уровне, если не готов полностью отдавать себя, так не рекомендую. Но это тоже способ. Но для этого нужно иметь некоторую подготовку и быть готовым к разным последствиям. Потому что если ты отправишь все на внешний контур, вернется все сторицей и не всегда так, как ожидаешь. Но еще раз, способ гармонизировать ситуацию. Вот это условно неправильная ситуация. Соединение и гармонизация. Чувствуем поток вертикальный, гармонизируем. И наоборот, если ситуация не гармоничная, вот мы чувствуем ситуацию, как бы ловим ее ощущения, закрепляем как негармоничную, нас не устраивающую, и меняем либо вовне, либо через себя. Рекомендую вот через себя сформировать ее и поменять на противоположное. Работаем, пользуемся.